В нашей жизни мы стараемся больше времени уделить детям, их воспитанию и образованию. Ведь дети – это наше будущее, и только мы можем привить им правильные ценности. Компания «Хенкель», начиная с 1978 года, ведет деятельность, направленную на сохранение окружающей среды. В нашем регионе подобная практика функционирует уже более 3 лет. Не секрет, что сейчас человечество потребляет больше, чем воспроизводит природных ресурсов, да? И в том числе, не знаю, это касается всего. И Хенкель разными направлениями своими поддерживает эти инициативы. В частности, у нас есть продукты, например, которые, да, позволяют стирку в холодной воде, порошок наш, да, новый Колгензим. Он, таким образом мы помогаем, да, тратить меньше электроэнергии, сохранять ресурсы. Известно, что одна батарейка способна уничтожить почву площадью 20 квадратных метров. Работники компании «Хенкель» стараются на понятных примерах и доступным языком объяснить ученикам школ, насколько важно бережно относиться к окружающей среде. В этом году охвачены будут учащиеся с 1 по 5 класс. Ребята проявляют очень большой интерес. Если ребенок сможет ответить на вопросы, что я лично могу сделать для сохранения окружающей природы, как моя семья, как я сам могу сберечь энергию, как могу сберечь воду, ну, я думаю, тогда мы достигли цели. Обучающий урок проходит не только в виде лекции, но и в игровой манере со всевозможными конкурсами. Специалисты уверены, что все старания не пройдут бесследно. Каждый ребенок впредь будет выбрасывать мусор только в урну и экономно относиться к коммунальным услугам. Есть также такая инициатива, как бесфосфатное производство, да, то есть менее вредное для природы производство. Вот, так что так. Результатом должно стать то, что наши дети будут знать, как бережно относиться к природным ресурсам, к электричеству, воде и так далее. И это поможет нам сделать наш мир чище и сохранить его в том виде, в каком он нам достался. Подобные уроки проводятся не только в Казахстане, но и во всех странах, где есть представительство компании. Таким образом, каждый день все больше и больше людей выступает за сохранность природы.